Я хочу на дискотеку, чтоб вспомнить юность свою былую, где играет мой комета, а я танцую. Вокруг полно эмоций, тиктокеров полно, а мы купили водку и новые трико. Всем привет, мои хорошие. Я хочу присесть на скамеечку. А, листики, листики, сухие листики. Я с 1 сентября занимаюсь утренней ходьбой, быстрой. Но это не от того, что я это очень хочу, потому что у нас на дорогах полный пиздец, машины стоят колом. И я вот выхожу с подъезда и спускаюсь с гор. Это спасибо, что работа буквально 3 остановки от дома. Ничего против не имею пешкодрала, я очень люблю ходить, но только, знаете, не перед работой. Приходишь на работу, 220 вольт, и уже заходишь в зал. И хочется сказать, суки, держитесь. Сижу тут с Веточкой. Балдеж, тишина. Я еще в драных штанах, потому что ноги не мерзнут. Вообще кайфово. Забежала в магазин, иду до внуков проведать, купила вот такие вот ранеточки двух видов, кукурузку, малое пюрешки, яблоко вишня и яблоко груша слива. Внуку такие мармеладки, печенюшки и мультифрукт сок с мякотью. О, бля, все выше и выше. Если бы вы знали, что я преодолела. Нет, в принципе, я не устала. Устала рука. Мне как бы нежелательно. Я вот здесь вот в тенечке отдышусь, отдохну, потому что мне осталось совсем чуть-чуть. Вот этот вот дом. И я на месте. Вот кому жить хорошо. Кроссовчик. Привет. Привет, привет. О, только не царапайся, не царапайся. Морда ты красивая, да? Дай я мордочку твою сниму. Софа, погладь киску, погладь киску. Что? Ой, ой. О, все, дети налетели на красавца. На пушистика. Ой, он не хочет, убегает от вас. И лапу поднял, а, на ребеночка. Угрожает, угрожает. Моей зовочке, моей сладенькой девочке. Поругай кису. Цезарь, ты что такой обнаглевший, а? Пришла домой сразу, отварила яйца, потому что я всегда про них забываю. Отварила куриную грудку. Буду делать свой любимый салат с фасолькой. Приготовила еще вот удобрения для цветов. Им тоже нужны витамины. И сейчас еще буду делать самую простую маску для лица. Да, просто свекла. Сейчас нанесу на фейс и буду долго-долго ходить. Как я готовлю свой вкусненький салатик? Вот так вот мелко нарезаю куриную грудку. Добавляю мелко нарезанный соленый бочковой огурчик, мелко нарезанный сладкий перец с луком и здесь букет перцев. И фасоль. Тоже можно белую, можно красную.
Вот так вот аппетитненько получается. И, конечно же, растительное масло. Подсолить, добавить еще зелень. И в моем случае я добавляю всегда кунжут. Всем привет, привет, мои хорошие! Сегодня у меня вот такой вот образ. Я надела черненькие леопардовые джинсы. Вообще очень классно смотрится. Просто бомбически. Розовые кеды. И, конечно же, розовую толстовочку. Солнечные очки. Пришлось напялить ремень. Я их терпеть не могу, они меня жутко раздражают. У меня вот есть один единственный вот такой вот бедненький, но иногда он нужен для поддержки штанов, чтобы их, блядь, не потерять. Вот так вот выглядят штанишки. Мне очень нравится, конечно же, я их подкатала. Хотела надеть маечку или футболку, но у нас сегодня на улице тихо, солнечно, прям очень тепло. И я подумала, что мне будет даже, наверное, в этой толстовке жарко, потому что она с начесиком. Придется, как всегда, у меня ничего не меняется. Пойду с открытым пузом, потому что кусочек тела – это очень секси. Ну, вот так вот. Когда я собираюсь на улицу, уже оденусь, я всегда стою перед зеркалом и выпендериваюсь. Короче, занимаюсь самолюбованием. Да, вот такая вот прекрасная у меня привычка. Да, посмотреть себя со всех сторон. И сейчас я хочу пробежаться по мелким делишкам, потому что, как говорится, не было печали, черти накачали. У меня вчера на работе порвался башмак. Вот мои босолапки, в которых я работаю, они очень комфортные, легкие, нога дышит, я их обожаю. И вот такая вот беда приключилась здесь и здесь. И самое интересное, что только на правой ноге. Поэтому я сейчас пойду в поисках обуви. Хочу такие же, потому что вообще классные. Прослужили мне долго. Сначала хотела их сремонтировать, даже вот помыла, приготовила. Но я думаю, что, наверное, лучше купить новые. Надо зайти на почту, в аптеку. А еще я очень-очень хочу, вот это мое слово «хочу», прям меня заводит. Высокие кроссовки, поэтому еще похожу и присмотрю себе обувь. И что вы думаете, я уже собралась выходить, пихаю ключи в дверь и на пороге понимаю, что я что-то забыла, что-то не сделала. Конечно же, я не нанесла на себя аромат. И сегодня со мной прогуливаться будут красные Дольче & Габбана. Ой, шикарно, девочки, это не просто аромат, это взрыв мозга. Мои любимые красные Дольче & Габбана, у меня осталось уже пол флакона, и я очень редко их наношу на себя, короче, берегу. Но не от того, что мне жалко их использовать, я просто не хочу, чтобы они заканчивались, и потом это подарок от сына. Да, кто не знаком с этим ароматом, знакомьтесь. И он будет с вами навсегда. Да, вот такой вот он шикарный. Бомбический. Слышите? Сирена. Меня это всегда пугает. Блин. Жутко. От этих событий. Опа, наткнулась на вьюн. Посмотрите, он тут все завьюнил. Ой, скоро. Ай, он еще и колючий. Ё-моё, я не знала. Еще и слепошара. Он, да, колюченький. Вот так вот, видите, поднимаешься по лестнице, он прям в морду обвил дерево.
ветку от дерева. Класс. А я иду такая вся в Дольче & Габбана. Все-таки очень много значит хороший, дорогой аромат, когда идешь и сама от себя балдеешь. Уже столько сухих листьев. Вот по таким я тропинкам пробираюсь и дорожкам. Лиля, как всегда, окольными путями, что покороче. И вот так вот иду аккуратненько, тихо, чтобы не споткнуться, не ёбнуться. Да, вот так вот грязно. Ой, погода просто шикарная. Посмотрите, какая нежнятина. Такие джемперочки. Здесь вот как-то завязывается. Под футболочку, походу. Какая прелесть. Есть еще вот такие вот мятные. Сколько они стоят? 1600. Какая прелесть. Девочки, девочки, припевочки. Вот такая вот кралечка идет. Я, короче, нашла то, что я хотела. Вообще бомбически просто красочи. Сейчас хочу перекурить и побежать за ними. Сейчас вот здесь вот под кустом перекурю. Посмотрите, как уже эти вредители поели листики. Вот в дырдочку листики. Вот такие вот. Так, что я купила? Ну, можно сказать, что из продуктов я ничего не купила, так по мелочам, но для себя любимой я, конечно же, покупочки сделала. Это влажные салфетки, две пачки. Конечно, сметана, я без нее вообще жить не могу, поедаю ее со страшной силой. Две пачки вафелек к чаю. Печенье обычное, вот такое топленое молочко Любятово. И вот такие вот подушечки хрустящие с начинкой какао. Беру первый раз, даже не знаю, что это из себя представляет. Наверное, можно и с молоком, и просто с чаем. Главное, что это злаки. Вот. Рис, пшеница, овес. Все полезненько. Тоже две пачки. И решила сегодня себя побаловать. Купила манго, две штучки. Он такой спелый, ароматный, пахнет на всю кухню. Мне очень нравится этот фрукт, и давно не покупала. Я вообще люблю добавлять фрукты, молочные каши, творог, и особенно вот просто их есть прикуску с печеньем. Это очень вкусно, очень. Попробуйте. Ну, сейчас я его намою и просто слопаю. Манго-манго. И купила себе башмаки на работу. Да, я нашла один в один. Я очень рада, потому что для моей работы нужна уже испытанная, удобная обувь.
Так что сейчас я буду работать и не бояться убиться. Вот такие вот один в один. Я довольная. И самая главная покупка на сегодня, это, конечно же, кроссовки. Высокие кроссовки, такие, как я хотела. Я нашла и купила, как вы видите. Одна коробка только чего стоит. Посмотрите, какая стильная, красивая. Все, как я люблю. Да, красивые упаковки, пакетики, коробочки. Я тоже люблю красивые. Ну что, будем смотреть? Вот такие вот красачи, высокие, с высокой подошвой, натуральная кожа молочного цвета, вот такие вот красивые. Я когда их увидела, все, я поняла, что это мое. Мне еще сделали скидочку, очень приятненько. Ну, сейчас вы увидите, как я их примеряла в магазине и как они смотрятся на моей ножке. Очень классно сделаны, качественно прям, все прорезиненные, прошитые, вот носочек тоже. И ношу я 37 размер, да, у меня маленькая аккуратная ножка, только широкая, поэтому, девочки, я всегда в спортивной обуви. Но это меня не расстраивает, потому что каблучки все равно это не мое, и я очень-очень довольна. Вспомнила, что у меня есть куриный бульончик с куриной грудкой. Вот добавила яйцо, зелень, букет перцев. Ой, по-человечески хоть поем. Насыпала себе этих подушечек злаковых. Кстати, такие вкусные. Тают во рту вот с такой начиночкой какао. И нарезала манго. И посмотрите. Такая охеренная кость. Жесть. Ну все. Я иду в комнату, включаю какой-нибудь фильм и отдыхаю.